Buda. Era dia 20 de Cambria. Cadê? Eu tô muito não. Третье место заняли в турнире Максим Тягин. Он нуждается дипломом и ценным призом. Антон Калашников. Второе место занял Богдан Шугалей. Получили диплом и ценный подарок. И первоместный победителем турнира стал Олег Галушко. Награждается дипломом и ценным призом. На этом турнир считаю закрытым.